в этот летний вечер в честь профессионального праздника Дня Металлурга и во знаменование своего юбилея группа «Магнезит» дарит нам незабываемую встречу с прекрасным. Люди, как бы, которые имеют опыт уже на сцене, и репертуар, который мы обговорили, у нас было на это время месяцев так 3, наверное, да? 4? Нет, чуть поменьше. Да. Ну, в общем, мы знали, на что мы идем. То есть весь удар шел на то, чтобы удовлетворить эту публику, которая меня так сердечно встречала в прошлом году. И я очень благодарен тому, что мне повезло с замечательной солисткой. Спасибо. Спасибо. Взаимно. Вашему творческому союзу. 3 дня. 3 дня. То есть мы познакомились здесь, в Сапке. Да, 3 дня. Да. Слушатели города Сапка совершенно потрясающие, она настолько теплая, открытая. То есть это огромное удовольствие. Открытость, искренность публики просто восхищает. Мне кажется, этот вот диалог на сцене, состоявшийся между двумя партнерами, то есть это уже кусочек, то есть большой кусок оперы. И вот поучаствовать в этом публике, мне кажется, всегда гораздо интереснее, чем слушать монолог, как исполняется от одного певца. Хорошо сработались как профессионалы и как люди по-человечески. Нам было очень комфортно работать вместе. Oh!
Я второй раз как на праздник приехал. Я не могу сказать, что в прошлом году было хуже. То есть, но это было по-другому, потому что мы исполняли другие произведения, понимаете? В этом и есть, наверное, прекрасное в искусстве, что каждый раз происходит что-то такое магическое, новое, что ты воспринимаешь это как в первый раз. Мне очень понравилось организаторы, как они работали вместе с нами. Действительно, большое им спасибо. Мы были, как сказать, нас носили на руках, понимаете, это очень важно. Вот. Петь с таким солистом, это такое удовольствие, и быть вообще поддержанным таким пианистом. И мне очень приятно, что садкинцы и бакальцы, которые приехали меня тоже поддержать, спасибо, они действительно получили возможность, благодаря вот этому приглашению, еще раз увидеть профессионалов. Браво! Нет, правда, скажите, да, вот вы согласны?